Всем привет! Я опыты провожу с нетомиской жидкостью. Привет, привет, ребята! Артём замесил сегодня себе жидкость ньютоновскую и проводит опыты. Смотрите, это крахмал вместе с водой. Ребят, если вы еще не пробовали, обязательно сделайте эту жидкость. У этой жидкости необычные свойства. Если ее начинаешь черпать ложкой, то посмотрите, она густая, жесткая. Но когда зачерпнешь, Артём, покажи, подними ложку, она начинает стекать. Очень клево. Это обычный крахмал, который мы употребляем в пищу, можно купить в любом продуктовом магазине. И вода. Но самое главное, не переборщить с водой, чтобы оно было именно вот такого густого состава. Вот смотрите, видно, что она течет, но когда ее начинаешь ковырять ложкой, либо стучать по ней, она становится жесткой. Посмотрите, вот Артём даже пробить ее не может. Смотрите, какая она интересная. Вот если можно постучать по ней, она не пробивается. Если начинаешь черпать, посмотрите, какие расколы. Но тут же она расплывается. Посмотрите, она убежала у меня. Смотрите, как интересно. Вот, она откололась, вот такой кусок. И сразу же растворилась. Вот, зачерпываем, зачерпываем. И все, она расплывается моментально. А если медленно, можно погрузить ложку, если медленно-медленно опускать, оп, и она начинает капать. Очень интересные свойства. А если снова начинаешь стучать, то просто так не пробить. Вот, посмотрите, как тяжело. Можно, но это очень тяжело. А если плавно, то легко. Классно. Артём, может быть, рукой попробуешь зачерпнуть, посмотреть, что получится? Давай? Давай. Давай, Артём, зачерпывай, пробуй, что получится у тебя. Смотрите, Артём даже не может пробить пальцем. И чисто. И чистый палец. И она тут же мгновенно начинает течь, как сгущенка, да, по цвету напоминает. Так, давай, Артём, пробуй. Залипли руки. Так, так, ну что-то получается. Смотрите, какие комки просто. И тут же расплывается. Так, смотрите, Артём взял как снежок, вроде бы жесткий, да, как камень. И тут же Артём расслабляет руку, и все вытекает. Интересно. Да, вот смотрите, прям куски, куски, и они падают и начинают течь. Классная жидкость, и ровно-ровно лежит. Так, давай, Артём, побольше зачерпни, пожмякай ее, посмотрим. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие опыты Артём интересные проводит. Это он сам придумал сделать или показать вам, ребята. Это безопасно, так как это пищевой продукт, никакой химии здесь нет. А еще можно и пищевые красители добавить туда, чтобы был какой-то интересный цвет. Да, такие сосульки, Артём, у тебя стекают с рук. Угу. Так, давай, давай, зачерпни. Посмотрим, как будет стекать с рук. Покажешь нам, Артём? Ну да. Все расплылось. Смотрите, как между пальцев стекает, стекает, стекает жидкая слизь какая-то, да, Артём? Угу. Тебе понравилось жмякать? Да. Здорово. Так, Артём, зачем ты взял маленький мячик? Что, Артём, ты задумал? О, ты кидаешь туда. Смотрите, он сначала отпрыгнул, так, оп, но потом начал проваливаться. Так, оторвал. Артём, попробуй еще раз. Сможет он прыгнуть? Я придумал. Ты его замуруешь? Смотрите, как медленно начинает проваливаться в жидкость в это.
Так. Прилип. Держится крепко. Держит его эта жидкость. Класс. Замуровал Артём, да? Выдернул? Угу. Ну все, Артём, продолжай эксперименты свои делать. Ребята, обязательно попробуйте, намешайте эту ньютоновскую жидкость. Я думаю, что вам обязательно понравится. Артём еще будет долго, я чувствую, тут копошиться вместе с этой жидкостью. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал Артём Романов. Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И всем пока-пока! Пока-пока!